Итак, сегодня у нас второй день. Я сделал немножко громче игру. Меня что-то даже заинтересовало вот эта иконка. Ultimate Edition. Ultimate Edition, скорее всего. И вот эти. Всем дополнение. Это херня, короче, блин, перевели хотя бы, блин, я не знаю. Так что у нас тут есть вообще? Какой сколько? Дамага. 120. Итак, теперь мы опять идем в рандом. Ищем 4 дня. Ищем магазин 4 дня, блин, надо такой ляпнуть. Кому не поджигать не стоит. Пока у нас ничего не находится, вот 4 магазина, все отлично. Сразу понятно. Идиоты. Этого чувака Евгения вы, конечно, не зря притащили. Ювелирный магазин. Угу. Он сейчас меню ее когда. Потому что у нас, по-моему, ювелирный магазин. Готов. Я так и не разобрался, ну, потому что времени было мало, что это. Значит, ни хрена себе. ЦПУ в половину нагрузил, охренеть. Бест, ты чё? Это хорошо, что по идее у нас вообще не особо требовательный. Я действительно херел, потому что такой скачок в загрузке ЦПУ. Ну чё, Евгений, покажи нам свою. А знаете что это? Не я был. Ага, охуенно просто взяли бы. Чувака. Чувака с пулемётом. Something's wrong with this fucking radio. No, there's no problem here. No problem at all. А что, уже можно хулиганить, да? Походу не соображает, что нам делать.
Чувака там только не ебанул. Чуваки, нахрена вы убежали? Так, ты последний раз с ним пошел. Нахуй ты сделал? Весело, весело. Но сейчас будем съебываться. Скорее всего. А что, давай Иван, блядь. Да, блядь, ну хули. Возьмите, блин. У вас же они, походу-то и нет. Иван, блядь! Господи, почему люди такие тупые, блядь? Иван! Иван! Не, конечно, ЦПУ тоже скачет. You should be able to hold your ground inside the park.
вот дурак. Что он делает? Что он делает? Блядь. Я не кадр повижу, я FPS, мне придется поп-стар делать, черт. Еще бы перекрашивать как-то.